Торжественное совещание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, прошло под руководством начальника Сочинского линейного управления Олега Молчанова. На праздник были приглашены не только действующие сотрудники, но и ветераны. Молодым сотрудникам были присвоены первые офицерские звания и вручены погоны. За проявленный профессионализм многих полицейских наградили почетными грамотами и благодарственными письмами, а наиболее отличившиеся получили из рук начальника управления памятные медали. Сам руководитель Сочинской транспортной полиции Олег Молчанов был, в свою очередь, тоже награжден от Российского совета ветеранов ОВД за социальную защиту ветеранов и большой личный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Ему вручили орден Российского совета ветеранов ОВД.